посадить его за решетку нет возможности. Все места заключения контролируются немцами. Вот почему, госпожа Тенбол, я и подумал, добавил полицмейстер, что среди ваших людей, возможно, найдется кто-то, кто мог бы его убить. Тихо спросила Кори, подавшись вперед. Да, вы правильно меня поняли. Кори откинулась на спинку стула. Неужели это провокация? Господин полицмейстер, взяв себя в руки, твердо проговорила она, глядя ему прямо в глаза. Я всегда считала своим предназначением спасать людям жизнь, а не лишать их ее. Я понимаю ваше сложное положение. Скажите, вы молитесь Богу? Кто же из нас не молится в такое время? Доктор Жера.
Америка. На этом наши передачи заканчиваются. Я, Владимир Сорокин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Вашему вниманию главные события информационных служб.